если интересно, так говорю, там что делается, могу пригласить. Пригласите. Экскурсии. Можно? Конечно. Да? А вот что это льет, сыпется из этой штуки? Здесь это поменяет газопровод. А при чем тут эта штука, которая... Потому что под землю идет труба, оттуда земля выходит, а труба это идет. Оттуда поднимается через это, воду, помыться, грязь туда, а воду обратно назад. Это ради газа? Да, ради газа. Поменяют за метро, там газопровод вместо метро, сейчас вставляют с этого стороны. Сейчас, как это газопровод вместо метро? Да, газопровод был там. Да. Сейчас это, уже тот отключается, новый газопровод делается отсюда. Но он еще не готов? Сейчас трубы отсюда толкают вот тот следующий, который отрезан. Потом оттуда будет идти дальше. Сейчас я не понял, ты трубу положили уже или нет? Трубу под землю толкают гидравликой. Не копают, а гидравликой так толкают трубу. А, так вот гидравлики толкают? Да. И что, это вот с этим связано? Гидравлика, когда толкают, там остается землю. От земли идет назад туда, вместо с водой. Поднимается сюда, вода назад идет дальше, а грязь выходит это, чтобы отмыть. Это чтобы, что делать, такой проход, да, что там, ли? Да, проходку под землю делают и толкают трубу. Для газа? Да, да. А вы, извините, кто? Я здесь живу, в 5-м подъезде. А, здесь жители, да. Просто интересно, что делают там? Да. Так, значит, это они не откачивают воду из... Под землю? Нет. Под землей. Под землей воду не качают. Здесь вот тут цистерны, вода. Оттуда насосом качают туда, это, где генератор это бурит землю. А оттуда с водой грязь идет назад сюда. Здесь опять чистится вода, грязь туда выходит. Видишь, с той стороны. А вот там улетает какая-то грязь, да? Да, летает эта грязь. Вот это. А вчера ночью казалось, что вода была. Но как-то она поплыла. Ночь. Может быть, уже как-то заканчивается, уже это там вода, уже землю нету, идет вода. В тот момент они отключают и меняют, уже новый труб поставляют. И опять начинает. А, и давить туда. Да, давить чтобы туда. Траву, вот туда. Отсюда. До следующего, вот там копано, оттуда уже выходит труба. Так вот, это, который вот ближний или дальний? Ближний. А ближний это же для электропроводов. Значит дальний. Дальний, да? Дальний. А потом это меняют все туда и толкают дальше трубу. А, то есть это все так серьезно для газа, да? Да, для газа. Я прям не поверил, что для газа такая огромная вышка. Огромная вышка, это только трубу, это толкнуть трубу. Потом это соберут, собирают там, еще дальше. Как заканчивает, это все убирают, здесь засыпают, асфальтируют, и будет как раньше. Ну спасибо. А то я не знала, что думать, а вы работаете там? Я на кране здесь работаю. Да? Да. Там спускают трубу, там они сварят, потом опять туда спускают трубу. Понятно. Спасибо.